Добрый день. Чем мы можем вам помочь? Я бы хотела что-нибудь купить. Отлично. Вот Оксана, она поможет вам выбрать. Что бы вы хотели? Брошку, цепочку, кольцо. Я бы хотела сделать подарок. Подарок? И кому же? Любимый, наверное. Да. Очень любимый. Ну так, на чем же мы остановимся? Позвольте предложить вам чудесное колечко. Посмотри на нее. Не видишь, как она работает? Она что, не знает, как нужно себя вести с такими? Да ладно тебе, Верунь. Она только третий день работает. Ты ей подскажи, если что. Ладно? Ксюша, ну что ж ты делаешь? Возвращаюсь домой, а тебя нет. Разве тебе плохо было с нами? Разве я когда-нибудь тебя давил? Я сама могу решать, как мне жить. Без тебя. Прошу. Я поняла, Андрюша. Мужик это ее. Такого же полета, как и она сама. Как ты вообще ее мог к нам привести? Все, хватит. Ну что? Берете? Прекрасный выбор. Выписывать? Выписывайте. Зачем он тебе? Возвращайся. Ты не понимаешь, он здесь ни при чем. Я решила, не мешай мне жить. Доченька, ну разве мы с мамой когда-нибудь тебе мешали? Мы гордимся. Пойми! Мы беспокоимся о тебе. Будь осторожен. Да, Саш. Была занята. Все в силе.